почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литцерева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Аня Цхап, популярный в Голландии иллюстратор, она оформила более 70 детских книг, в 2017-м решилась на писательский дебют, который просто ошеломил и детей, и взрослых, и литературных критиков. Книга «Лампёшка» была в 2018 году удостоена высшей награды Нидерландов в области детской литературы «Золотой грифель». Всех, кто решится на чтение этой книги, хочу предупредить. Это особый мир, прекрасный и страшный, милосердный и беспощадный одновременно. Здесь много горя и боли. Отец лампешки, без ноги калека, мать, умершая от беспощадной болезни, мальчик рыб, умственно отсталый лени. А еще здесь и пираты, и черный дом, и русалка, и таинственные морские создания, и черная М. Главная героиня Эмилия по прозвищу Лампешка ежевечерне должна помочь отцу, смотрителю маяка, а ему трудно взбираться наверх башни. И вот она зажигает маяк. Но однажды в доме не окажется спичек. И случится страшное. Разобьется о скалы корабль. И разобьется вдребезги жизнь лампешки. Книга построена в лучших традициях романа взросления. В данном случае ощутимо влияние Чарльза Диккенса. Лампешка переживает свою такую не детскую, детскую, полную испытаний и горестей жизнь. Она поначалу даже читать не умеет, но любит людей. И готова прийти любому на помощь. А еще она удивительно верный и самоотверженный друг. Сила ее в большом добром сердце, в простодушии и бесстрашии. Именно она поможет рыбу Эдварду, сыну жестокого адмирала и русалки, обрести себя и свою стихию. Книга наполнена магией, фантастикой, потрясающими описаниями морской стихии, лирической тональностью. Главный лейтмотив – упорное желание лампешки вернуться домой. Ради этого маленькая девочка бросает вызов беспощадному миру взрослых, их глупости и жестокости. Конец будет счастливым, как и положено в сказках. Пожалуй, это одна из лучших книг в современной детской литературе. А многие литературные критики отмечают, что современная детская литература переживает настоящий золотой век. Об этом свидетельствует и сборник статей, выпущенный кафедрой русской и зарубежной литературы ВятГУ «Детская литература в контексте 21 века. Сохранение традиций и тенденции развития», в котором, кроме литературоведческих исследований, есть и методические открытия, и авторские воспоминания. Создается «Библия пространства детства». И каждый читатель этого сборника и лампешки Ани Цхап вернется в счастливую, невозвратимую пору. Ведь воспоминания о детстве освежают, возвышают душу и служат источником лучших наслаждений. 6+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».